Так, народ, что хочу сказать. Доделал три бердыша, значит, согласно размерам. Что хочу сказать по этому вот бердышу. Вот, они два примерно однотипных, тип 2, тип 1. Это луновидный и с хвостовиками. Ну ладно, я не, дело не в этом. Что хочу сказать. Это по этому бердышу я расскажу чуть позже. Это вообще капонина, копия капонины, которая нам досталась в плане... Мы пришли, попросили, нам дали полные все размеры. Это я пишу в отдельном ролике. Значит, вы скажете, вроде два бердыша одинаковых. Что, в чем в них отличие? Значит, вот размеры. Вот этот бердыш. Это вот этот бердыш. То есть, вот он. И вот этот бердыш. Сейчас я расскажу по нему. Быстренько, бегло. А этот обзор уже... А вот этот бердыш, это отсюда. Вот, то есть... Вот этот бердыш. Значит, в чем отличие их? В принципе, разница в чем? Первая в косицах. Вот. У одной косицы больше, у другой меньше. А во-вторых, этот, если вот так вот продлить палку, древко, вот так вот продлить, лезвие здесь вот наверху не выходит за древко. То есть вот так вот, если приложить, сейчас что-нибудь. Возьму. Вот если, грубо говоря, вот так вот приложить меч, как мы видим, то есть палка будет древко идти. Вот. Оно здесь не выходит за пределы, как говорится, древка. Здесь же в этом случае она практически вплотную подходит. То есть вот древко, если будет лежать. Вот в принципе в чем разница. Количество отверстий здесь и здесь разное. И что хочу сказать, значит, вот по этому бердышу. Быстренько по размерам. Значит, общая длина лезвия с учетом толщины, с учетом косицы, вот этой косицы, 69 сантиметров. То есть отсюда до пика. 69 сантиметров. Ширина лезвия в районе обуха 15,5. То есть 15,5. 15,5. Значит, толщина тройка. Сталь тройка. Вот. Высота верхней части, то есть если вот так вот делить напополам, верхней части, значит, 25,5. Вот. Высота нижней части 30,5. То есть отсюда до сюда 30,5. Значит, здесь у нас отверстие. Вверху у нас отверстий 19 здесь. А здесь внизу 18 дырочек отверстий. А по поводу этого, он примерно однотипно похожий этому, в принципе копия. Единственное, что я сказал, у него косица уже более меньше. Вот, количество отверстий здесь у нас идет вверху 20, внизу 15, тут 35 в общем. Ну и, в принципе, вся разница в том, что здесь, я еще раз повторюсь, вот так, если их наложить один на один, в принципе, они идентичны. Вот. Но верхушка в основном здесь одинаково, в принципе, три отверстия у них, что у одного, что у другого. Вот. Единственное, что только вот у этого, третьего, вот тут вот большее отверстие. Вот. А так он... По этому размеру я уже пройдусь попозже. Вот, в принципе, и вся разница. Значит, этот заказ поступил мне. Ребята заказали на них. Вот я им сделал. Вот, в принципе, три бердыша. Древко уже будет насаживать каждый сам себе, под себя. Будет поделать, подстраивать. Вот. Уже будет все это, как говорится, индивидуально подгоняться. Ну, что еще сказать? В принципе, все. Если кому что будет интересно, пишите. Я попробую рассказать, объяснить. В принципе, на этом все. Всем спасибо и пока.